Глава Новомихайловского городского поселения Андрей Орлов выступил перед депутатами и жителями. На открытой сессии местного совета отчитался о результатах работы за 2018 год. Вся деятельность администрации поселения депутатского корпуса была нацелена на решение вопросов местного значения. Было реализовано 17 муниципальных программ. Это развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство Новомихайловского. Проведены мероприятия в области культуры с финансированием 51 миллион рублей. Выполнены работы по асфальтированию дорожных покрытий на улицах Колхозной, Новой, Мостовой, Лесной и других. В ходе реализации краевой программы «Газификация Краснодарского края» введены в эксплуатацию газопроводы низкого давления на улицах поселения, выполнены работы по корректировке схем газоснабжения. В рамках подготовки к отопительному сезону отремонтированы котельная и проведен капитальный ремонт участков теплотрасс в Ольгинке, Псибе и установка насосного оборудования в поселке Новомихайловском. В 2018 году были организованы и проведены мероприятия с общим количеством посетителей и участников почти 90 тысяч человек. Обновилась материально-техническая база зрительного зала Центра культуры и досуга «Юность», а по итогам эксперимента «Курортный сбор» сумма средств, поступивших в краевой фонд, составила 1,8 миллиона рублей. Собранные средства пойдут на обустройство и облагораживание поселения. Полную версию выступления главы поселения смотрите в четверг в 19:00 в эфире нашего телеканала.